17 октября в Каспийске состоялась торжественная церемония отправки новобранцев осеннего призыва. Для ребят этот день стал началом нового этапа в их жизни, который играет значительную роль в становлении их личности. Открылась отправка соглашения указа о призыве на военную службу 2024 года. Указ президента Российской Федерации о призыве в октябре-декабре 2024 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, руководствуясь федеральными законами об обороне, о воинской обязанности военной службы, постановляя осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. Отправляли ребят на службу с городского военкомата под командованием военного комиссара Марата Пашаева. Кроме того, в отправке также приняли участие заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска Аза Алиева, начальник МКУ управления по делам ГОЧС Арсен Велиев и многие другие. У меня одно пожелание к вам. У нас в России государство большое, здесь много народности живет у нас в государстве. Вы кроме дагестанского своего как бы населения, своих друзей не видели. Когда вы попадете на чужбину, я хочу, чтобы просто менталитет тех людей, которые с вами будут служить, уважали их, ценили вы их. И все будет у вас хорошо, да, потому что мы кавказцы чуть горячие, старайтесь удержаться, воздержаться от всех глупостей. Гости мероприятия поддержали новобранцев добрым словом и напутственными речами, а также рассказали о правилах прохождения военной службы и действиях в случае непредвиденных ситуаций. Сложнее всего сегодня близким и родным призывников, которые прощаются со своими сыновьями, братьями и мужьями. Не забывайте, что вас здесь ждут родители. Так что, ребята, себя берегите. И ответственно подходите, чтобы в следующем году уже здесь по этому же приказу вы вас уже увольняли. И вот настал торжественный момент. Близкие прощаются с призывниками и провожают их крепкими объятиями. В завершение военный комиссар города Каспийска Марат Пашаев напомнил, что призывники не принимают участие в СВО и новых четырех субъектах страны.